Привет, я генеральный директор TIPS World Exchange. 500 участников регистрируются каждый день, и это платформа, которая выдает валюту за одну фотографию. Это чудо, что так много людей стекаются на платформу советов. Вы знаете Web3? Это мир, который Google готовит через 3 года. Google получает авторские права на фотографии, опубликованные людьми по всему миру. Прошло 40 лет с тех пор, как впервые появился интернет. Загрузили фотографии в Google. Многие люди умерли. У фотографий умерших людей нет владельца. Платформа Google теперь получает авторские права на видео или фотографии, когда люди во всем мире публикуют фотографии мертвых людей на YouTube или в блогах. Это прибыльный бизнес, который Google и YouTube готовят 3 года спустя. Мир изменился. Теперь даже частные лица могут печатать деньги. Это самый многообещающий бизнес следующего поколения. Платформенный бизнес. Вы также можете выпускать и владеть монетами советов с фотографиями, которые вы загружаете на платформу советов, и, как и Google, вы можете ежемесячно получать авторские права на свои фотографии на платформе советов. Я являюсь представителем платформы советов, готовящейся к выпуску во всем мире. Будущего. Я представитель платформы советов, готовящейся к миру будущего. Мы набираем генерального директора по советам в вашей стране. Если вы заинтересованы в ведении монетного бизнеса в стране, в которой вы живете, советы, если хотите. Если вы хотите стать официальным сотрудником платформы, пришлите мне электронное письмо. Советы. Сотрудникам по всему миру гарантирована высокая зарплата. Кроме того, генеральные директора в 70 странах мира могут получить огромные чаевые. Работаете в международной компании? Пришлите мне электронное письмо. Вы станете богатым. Верите ли вы в Бога? Тогда сегодняшнее видео – это послание от Бога, которое сделает вас богатым. Моей прошлой жизнью был Авраам. Я предсказываю каждое важное событие, которое происходит в мире. Я несу вам послание от Бога, которое может сделать вас богатым. В настоящее время я финансовый эксперт, генеральный директор TIPS Platform и генеральный директор TIPS Coin Foundation. Однако его предыдущей жизнью был Авраам. Общим знаменателем всех богов в мире является любовь. Вся моя информация общедоступна во всех социальных сетях и на YouTube. Вам повезло, что вы меня встретили. Ожидаемая доходность запуска TIPS Exchange составляет 1000%. Целью является монета диаметром. Монета KDA связана с собственной монетой TIPS всемирной биржи TIPS. Это стратегия бренда, направленная на предложение бриллиантовых монет по самой низкой цене в ознаменование запуска всемирной биржи TIPS. Это маркетинговая стратегия, направленная на продвижение TIPS World Exchange путем прогнозирования минимальной доходности в 1000%. Биржа TIPS будет значительно расширяться, как и Binance. Покупайте как можно больше бриллиантов. Ваше богатство увеличится в 10 раз. Моя прошлая жизнь Авраам посылает мне послание от Бога. Знаете ли вы о единой мировой валюте, которую используют все в мире? Одна мировая валюта стоит $7200. Он вырастет на 30000% до $150 в 2025 году и до $436 после 2026 года. Он вырастет на 87000%. Сумма буквенно-цифровых символов в названии этой монеты равна 10. У KDIA Coin Foundation есть много подобных монет. Следовательно, наша монета тоже поднимется.
Купить монеты KDIA за $1000 США. Я родился корейцем и распространял послание любви и счастья через Божье откровение. Мое корейское имя – Ча Гван Сон. Вы верите в Бога, общим знаменателем Бога, в которого вы верите, Иисуса, Аллаха, Будди, Шакьямуни и всех богов в мире, является любовь. За последние 20 лет я встречал во сне Будду, Иисуса и Бога. Благодаря откровению от Бога и небес я ежедневно даю бесплатное питание 500 голодным людям. История моей мечты и история моей бесплатной еды были включены примерно в 300-й год романов на YouTube. Я был крещен в Ватикане в Риме и услышал голос Божий с неба и небес. Я увидел в небе монету мировой валюты номиналом 100 миллионов корейских вон. Я создал платформу для бесплатного майнинга монет KDIA, чтобы создать мир, которого хочет Бог, и теперь я бесплатно вложил свое личное богатство в этот мир. Я создал платформу TIPS для людей по всему миру, которые голодают и спят на улицах без доллара в день. KDIA Coin, бесплатно добытая корейцами, позже была объединена с монетой подсказок, переименована в глобальный бренд и внесена в список монет подсказок. Люди по всему миру добывают TIPS Coin бесплатно. Тем не менее, это ценная монета, за добычу которой корейцы платят $200 в месяц. Биржа монет KDIA, на которой корейцы майнят бесплатно уже 10 лет, DigiFinecos. После листинга цена выросла на 1 200 000% с 1 цента до $80 США, а текущая самая низкая цена составляет 0,1 доллара США. Самая низкая нижняя цена 80 миллионов монет скоро исчезнет. Посмотрите на график монет KDIA. Большой объем торгов никогда не может быть подделан. Любой, кто изучал график, подтверждает, что это график джекпота, если это сломает высокую цену в техническом анализе. От $100 США до 20 000 000 доллар ты чудо-герой. Мечта о чуде. Монеты KDIA платформы TIPS уже были восстановлены путем покупки 99% оборотных средств у фонда. Невозвращенный объем торгов составляет всего 1% от общего объема торгов. Фонд приобрел все 99% оборотных средств и предлагает вам возможность разбогатеть. 0,1 доллара США – это самая низкая цена, которая больше не может упасть. Самая низкая цена 80 миллионов монет скоро исчезнет. Такая возможность непроста в вашей жизни. Среди 30 тысяч монет в мире 90% – это мошеннические монеты. Мошеннические монеты – это то, что я печатаю официальный документ. Не работаю и не имею контактной информации. Я являюсь генеральным директором фонда TIPS Coin. Представитель каждый день тратит 20 часов на продвижение и доставку новостей в 50 стран мира. Мошеннические монеты не работают и не имеют контактной информации. Но мы активны в социальных сетях, таких как YouTube, Twitter, Божья помощь. Если вы хотите разбогатеть, верьте и следуйте моим словам. Это секрет того, как стать богатым. Обещает, найдите зарубежную биржу и купите монеты KDIA по самой низкой цене на бирже DigiFinecos. Если вы действительно хотите стать богатым, вспомните мою историю. Монета KDIA имеет самую низкую цену. Вы можете получить много TIPCOINS, купив их по очень низкой цене и обменяв их на TIPCOINS.
Платформа TIPS была создана для создания глобальной сети социальных сетей, чтобы помочь всем бедным людям в Юго-Восточной Азии, которые голодают и не могут позволить себе даже доллар в день на еду. TIPS Web 3 COM естественным образом распределяет часть всей полученной прибыли по мере ее роста между различными участниками. Будущая стоимость 200 миллионов подписчиков Twitter, приобретенных Илоном Маском, составляет $2500 за акцию. Советы. Если вы масштабируетесь, как Twitter, вы будете получать $2500 в день. Советы, если TIPS масштабируется как TUI. Если вы получаете доход от рекламы каждый день, он ваш. Любой человек в мире может печатать валюту на одной платформе, независимо от страны. Платформа TIPS – это мир, который, по вашему мнению, хочет создать Бог. На tipsweb3.com люди со всего мира могут зарабатывать деньги с помощью одной фотографии каждый день. Если у вас нет биткоинов, создайте свою собственную валюту на сайте tipsweb3.com. TIPS – это платформа, созданная для создания мира, в котором все бедные люди во всем мире, в том числе в Юго-Восточной Азии и Африке, которые не могут питаться 3 раза в день из-за нехватки денег, смогут жить счастливо. Создателем сайта tipsweb3.com является кореец по имени Ча Гван Сон. Он использовал свои личные средства для создания сайта tipsweb3.com и создания мира, которого хочет Бог. Мир, которого хочет Бог, это любовь. Любовь может изменить мир. TIPS создал единственный способ вырваться из оков бедности. Он дает надежду тем, кто не может питаться без $1 в день, а также тем, кто бездомен и живет в палатках на улицах. Готовьтесь к новому миру на сайте tipsweb3.com. Распечатайте деньги со своего телефона и сделайте их своими. tipsweb3.com – это компания, созданная Богом Авраамом и приносящая пользу своим пользователям. Распространяйте любовь. Это Божья воля. Стать богатым.